В последнее время многие говорят о точке невозврата. Точке, после которой молчать нельзя, а нейтральная позиция перестает быть позицией. Для большинства граждан нашей страны этот рубеж был пройден в первые дни после выборов. В эти дни мы стали свидетелями чудовищного насилия и жестокости. Речь идет уже не только о политике, но и о противостоянии добра и зла, человечности и бесчеловечности. Мы, преподаватели Минского государственного лингвистического университета, не можем мириться с беззаконием и безразличием. В стенах нашего университета произошли жесткие задержания студентов. Студентов, которые мирно выражали свой протест. Студентов, которые собрались в фойе, чтобы спеть песню. Студентов, которые отстаивают свою гражданскую позицию. Нам было больно смотреть на их слезы. Мы возмущены тем, что это вообще могло случиться в нашем университете. Сегодня мы хотим сказать нашим студентам. Мы вас уважаем, мы солидарны с вами и переживаем эти дни вместе. Необходимо немедленное прекращение агрессии против мирного населения. Мы требуем освобождения всех политзаключенных. Мы требуем возбудить уголовные дела по фактам преступлений против человечности. Мы призываем администрацию университета привлечь к ответственности всех тех, кто допустил противоправные действия в отношении наших студентов. Мы любим нашу работу. И хотим жить в атмосфере мира и взаимопонимания. Университет — это не безликие стены. Это мы, преподаватели и студенты. Мы хотим, чтобы наша альма-матер была пространством духовной и интеллектуальной свободы.